Привет, зритель. Сейчас четверг. Я не знаю, когда я смонтирую это, выложится, и ты увидишь это на экране своего утюга. Ну, там или еще с чего-то смотришь. Короче, я тут заехала в Пятерку. Вообще ездила по делам, заехала в Пятерку. Думаю, сейчас каких-нибудь фруктов немножко куплю. И что-то так закупилась. И думаю, они обозрели это все, потому что там были такие вещи, которые я периодически покупаю. И думаю, что так как я знаю, что они хорошие, они мне нравятся, я думаю, может, поделиться мне со зрителем. Вот я решила с тобой, зритель, поделиться. Короче, вот это я не пробовала, но решила купить. Кошелек у меня где-то есть. По-моему, оно стоит 104 рубля с копейками. Ну, как обычно, сейчас Пятерки 99 копеек чаще всего в конце, так что это 105 рублей без копейки. Тут 750 миллилитров и в составе гранатовый сок прямого отжима. Это та же самая фирма, что... Ну, короче, это нар, который выпускает просто сок нар, да? Тут вот, вот такая вот. Но это тот же нар. У нара, говорят, хороший сок. Я решила вот такой себе купить. Здесь никакая не вязочка, просто вот такая наклейка с имитацией вязочки. И он сделан 31 августа 2020 года. Так. Ну, так как я тут трое суток впахивала на благо Ютуба своего канала, то бишь, хоть я сегодня более-менее выспалась, вообще спала 7 часов, но я такая уставшая, решила, что организм хочет всяких фруктов. А вообще, как-то давно хотела купить арахиса в скорлупке, и вот в Пятерке внезапно арахис в скорлупке. 33 рубля за 100 грамм. Тут что-то около 200 вышло. Я потом, может, чек найду с кошельком. Я его просто положила куда-то на очень видное место. Я купила себе груши «Конференция». Они такие мяконькие более. Ну, как бы не то, чтобы уж совсем мяконькие, что поехали бы и не доехали. Но такие, что можно поесть. Тут 4 штучки. Что-то только около 100 рублей они у меня вышли. Они там по 160 чем-то. Я купила себе 2 мандарина. Ну, надо было глянуть в чеке потом, мандарин или это. Я тут в магните купила один мандарин, такой же большой, крупный, он был зеленоватый, он у меня лежал-лежал и созрел, стал желтенький. Вот я так слопала, он такой вкусненький был. Короче, вот пара мандаринов. Я, наверное, сейчас где-нибудь тут постараюсь найти этот кошелек. Кошелек-то ведь где-то тут, да? Да, вот кошелек у меня. Мне что-то на флешке мало памяти. Ну, в смысле, все забито, я еще ничего не удаляла. Я уже вроде все это смонтировано. Батарея примерно на столько же времени, сколько флешки. Короче говоря, пакетик вот. У меня тут была сумочка и пакетик пришлось купить. Вот пакетик. Пакетик у нас стоит 5,90. Так. Это еще не достала. Это еще тоже не достала. Это еще тоже не достала. И это не достала. Вот, груша конференция. 165 рублей без копейки. Вышли у меня на 595 грамм на 98 рублей 17 копеек. Мандарины стоили 80 рублей без копейки, вышли на 2 мандарина, весят 510 грамм. И вышли эти 2 мандарина на 40 рублей 79 копеек. Ой, тише, это мандарины, ты же не любишь эти самые цитрусы. Арахис в скорлупе стоит 340 рублей за килограмм без копейки. Вышло у меня 180 грамм, 61 рубль 20 копеек. Так. Я себе купила сыра. Вообще мне нравится сыр адыгейский и сулугуни. Сулугуни реже беру, чем адыгейский. В общем, свежий ряд. Сыр сулугуни. Сейчас найду, я его тут встречала где-то. Сулугуни, ты где? А вот. В общем, он стоит 600 рублей без копейки за килограмм. Вышло у меня на 253 грамма. 151 рубль 80 копеек. Вот такие котлетки, из-за них, в принципе, я решила замутить еще за пару вещей. Ролик. Четверг, рыбный день, рыбные замороженные котлеты из трески 300 грамм. Очень хороший состав, я их уже как-то покупала и решила, вот если увижу, то купить. В общем, тут 3 штучки. А нет, тут 4 штучки. Тут, короче, 4 штучки. Я сейчас скажу, почем счастье. Котлеты, вы где? Котлеты. Так, 165 рублей, ну, короче, 166 без копейки они стоят, отличные котлетки. Еще я внезапно взяла себе мясо.
В общем, я себе взяла мясо. Там как бы цены не было, вообще бесценное такое мясо. Я бы мало какого-то мужчинку, который там работал, разгрузчик или что-то в этом роде. Он меня повел к какой-то фиговине, я теперь умею ей пользоваться. Там штрих-код подносишь, и оно тебе говорит человеческим женским голосом, сколько это счастье стоит. Это счастье у нас стоит 150 рублей без копейки. Тут 400 грамм. Чисто свинина, шницель, рестория. По-моему, тут 4 кусочка. Ее можно пожарить, можно потушить, можно сварить. Так-с. Я тут купила себе почти 2 килограмма. 2 килограмма, наверное, есть. Там яблоки на развес. Ну, в смысле, уже вот навешанные в упаковке. Дешевле, чем так. Сейчас я, кстати, узнаю, так ли оно дешевле. А то у них иногда цена одна, а на деле другая. Яблоки, вы где? Яблоки быстрее ищитесь, у меня камера разряжается. А вот яблоки фасованные, 60 рублей без копейки за килограмм. Ну, тут, короче, вышло 119 рублей 98 копеек. Тут ровно 2 килограмма, всякие разные яблоки. Новый урожай. Буду я вся в яблоках. Внезапно я купила себе шоколадку. Меня давно подмывало на какую-нибудь шоколадку. Но так как я сама уже ваяю шоколад, то как-то отталкивала. Тут, думаю, я вчера срубила немножко бабла. Устала, как собака за последние трое суток. Мне кто-то задонатил 490 рублей на этот, на Яндекс. Спасибо, кстати, за донат. Я сегодня удачно отправила посылочку с первой порцией духов. Там 11 штук, из них 3 от Леванта. И завтра еще буду отправлять другую. Короче, а потом еще обозрю все, что осталось. Вот и у нас Спартак, молочный пористый шоколад Спартак. С хорошим составом, без всякого пальмового масла. Он шел вроде как по скидке, или это было по карте Пятерочка, хрен его знает. Шоколад, ты где? Шоколад, да, он, короче, 50 рублей без копейки стоит. Тут у нас вообще сколько грамм-то хоть? А тут всего лишь 75 грамм. А Бламинго, я думала, это 100% 100-граммовая шоколадка. Если вам хочется такое попробовать, то покупайте. А если вы ждете, что она 100-граммовая, идите мимо. Облом мне, облом. Так, все, пакет закончился. Сейчас другое будет. Так, сейчас тут другое будет. В общем, то, чем я хотела еще поделиться. Вот, зрители, сейчас в Пятерке можно купить вот эти штуки по скидке. Так они что-то чуть подороже на десятку стоят. Короче, они сейчас идут по 40 рублей без копейки, если покупаешь сразу две штучки, ну или больше двух, то каждая будет по 40 рублей без копейки. А если покупаешь одну, то она на десятку дороже. В общем, я как-то покупала Конта, фольга алюминиевая для хранения упаковки продуктов 10 метров. Мне очень понравилось качество, она плотная, хорошая фольга. Вот, ну, намного лучше, чем, вот, допустим, в Магните купить, в Светофоре где-нибудь еще. Там очень классная фольга. Я тебе советую, зритель, я купила сразу две, соответственно. Я как бы и шла за фольгой. Но увидела, думаю, а что бы и не купить сразу две. И еще пищевая пленка мне тут понадобилась. А я везде вот разные покупала. Я поняла, что только в Пятерке Конта пленка очень классная, хорошая. Она не рв... ну, нормально. Вот иногда отмотаешь, она так порвется и пойдет. Вот так фиг разберешь. А тут очень хорошая пленка для упаковки и хранения пищевых продуктов 30 метров. И Конта сохраняет свежесть продуктов. Она сейчас идет, вот такая же акция, на эту, короче, как бы 20% скидка, на пленку 19%, ну почти 20% скидка. Короче, Конта пленка сейчас идет по 29 рублей без копейки. Если вы берете сразу две штучки, то каждая будет по 29 рублей без копейки, а так они на десятку дороже. Вот, отличная пленочка вообще. Зритель, заходи в Пятерку, бери. Так, сейчас я порою, может, у меня тут... Да, у меня тут еще что-то было. Я такую видела, но у меня тогда была сметана, и как бы я обычно... Иногда бывает такое. Сегодня чуть было два сыра не купила, но я себя уже знаю. Я как-то купила два хлеба. Один умер, а другой я съела. А умер, потому что я про него забыла. Тут я... У них, короче, красная цена, что ли, пятерковая сметана, очень хороший состав, по 40 рублей за стаканчик 320, что ли, грамм. 15%. Зайдите туда, если кто хочет сметанки. А тут, значит, у нас Простоквашино сметана 15% из топленых сливок. Вот один раз увидела, второй раз увидела и купила. 260 грамм. Состав топленые сливки, топленые нормализованы, заквасочные микроорганизмы. Возможно, бакзравные заквасочные организмы. И она у нас там как бы типа скидка, что ли, на нее была, уж не знаю точно.
Ну, в общем, она стоит сейчас 55 рублей без копейки. Я думаю, что нормально так как бы за такой стаканчик. Так, а что у меня еще-то есть? А нет, зритель, это походу все. Да, походу все. В общем, я пакетик показала, пленку с фольгой показала, шоколадку, котлеты, шницель, сыр, пленка снова, груши, мандарины, арахис в шкурке, сметана, яблоки и сок. И все это у меня вышло. Вообще я купила еще вот эту штуку, но не мне, а человеку. Она была по скидке, вот покажу уже. Она сейчас по скидке идет, вот эти капсулы для кофемашин, за 310 рублей без копейки. Если вдруг кто-то пользуется, то зайдите туда. В общем, вместе с этой штукой мне все вышло на 1451 рубль 74 копейки. Так что вот, вот такие дела. Да, капучино 309 рублей 99 копеек. Если вдруг что-то, заходите в пятерку. Я как бы думаю, что оно там еще неделю-то точно простоит. Всем спасибо за просмотр. Я даже вписалась в свои 33 минуты. Ну, в смысле, у меня было 33 минуты на камере и на батарее. Всем пока!